Эй, всем привет, с вами Дава Дым. Я запускаю новую рубрику под названием «Злата против». И сегодня у нас будет самый первый выпуск, и он будет очень интересный. Сегодня мы будем проверять, сможет ли плитка Злата выдержать 3 килограмма угля. Поэтому немного расскажу. Суть вы уже поняли, наверное, но я все равно расскажу. Мы возьмем плитку и нагрузим ее 3 килограммами угля и врубим и включим таймер. Посмотрим, за какое время плитка сможет разжечь 3 килограмма угля, либо она просто наебнется от этого жара. Соответственно, это интересно, но и посмотрим. На улице сейчас минус 2 градуса, поэтому я весь замерзший. И думаю, сейчас мы начнем. Давайте я принесу весь инвентарь и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть плита Злата, и это сегодня наш главный спонсор данного выпуска. И сегодня мы будем проверять, сможет она или не сможет. Так же, как угли, у нас выступят Black Coconut, и они сегодня будут показывать, смогут ли они уничтожить плитку или нет. Но и вы сами понимаете, что 3 килограмма нагрузить на плитку, и чтобы это держалось, будет очень сложно. Поэтому сетка от Дениса Рокмана мне поможет. Спасибо, что поддержал мой эксперимент и прислал мне вот такую сеточку. Так вот, давайте, собственно, начинать. Ну а сейчас у нас, перед тем, как мы начнем все полить, будет маленькая мини-рубрика «Данный тейм». И я буду озвучивать всех тех людей, которые мне скинули что-нибудь на донат. Ссылочка, кстати, есть в описании, если ты хочешь выделиться в следующем обзоре. Так, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Первое. Барбершоп Топ Ган. 1500 рублей. Дава, держи на бритье головы. Ха-ха, спасибо. Ну и забегайте в Топ Ган Реутов. Ребят, спасибо за бегу. Также кальян Уфа. На эксперименты Дави, ну и Уфа, забегайте к нам в гости на Гагарина 1-2 магазин. 2000 рублей скинул. Травошоп Москва. 1488 рублей. Успехов в творчестве, экспериментируй и не бойся. Травошоп Чашка Танжирса за 160 рублей. Так, Антон Гайворонский, Джон Кальяна, 2500 рублей. Дава, тебе на продвижение. 17 декабря, GC Fest, Москва. Спасибо, Антон, не ожидал. Хукаплейс Волкова, 1000 рублей. Казань, всех ждем на покур Хукаплейс Волкова. Смоклаб Сочи, 700 рублей. Мало, но как бы охуенно. Дава, успехов. А всем, кто в Сочи, забегайте в гости. Собственно, это весь донат, который у меня был. Но если ты хочешь там засветиться, то ссылочка в описании. И теперь давайте, собственно, начнем. Я сейчас все приготовлю, и мы начнем всю эту хуйню взрывать. И для тех, кто любит всегда спрашивать, что же я курю такое дымное. Дымное это потому, что я курю в минус 2, и здесь очень влажно. Курю пока для меня неизвестный какой-то турецкий табак, но он мне начинает нравиться все больше и больше. Ну ладно, давайте к разрушению, блядь, поехали. Собственно, переходим к самому сложному. Это, наверное, нагрузить плитку 3 килограммами угля, так чтобы это было все прям заебись-заебись. Так, сеточка подошла от Рокмана идеально. Сейчас мы его так вот перевернем. Так, и погнали. У нас угли Black Coconut. И сейчас, собственно, мы будем выгружать туда 3 килограмма. И это будет пиздец. Я надеюсь, думаю, проще будет просто неаккуратно высыпать, чем очень аккуратно их пытаться туда уложить. Так, погнали, посмотрим, сколько у нас займет это место и в дальнейшем хватит ли на 4 килограмма. Так, стой на месте. Оу, ебать просто. Это будет пиздец, ребят. Ставьте лайк. Так. 2 килограмма уже опустошили, и я сейчас сниму все это поближе, и мы начнем, собственно, все это полить. А, холодно, руки замерзли. Так, 3 килограмма у нас готовы, и думаю, можно сейчас потихонечку стартовать. Thank you.
надеялся на более эпичное сражение между углями и плиткой Златой, но по факту оказалось, что Злата не такая уж и крутая. А под весом 3 килограммов углей она быстренько сдалась на 12-й минуте и просто начала с задней стороны искрить. А нужно было ставить две камеры, чтобы показывать, что происходит с задней стороны. Поэтому, собственно, вот так вот Златка не выдержала. Ну и чтобы наши угли не пропадали, мы сейчас будем делать что? Будем жарить стейки. А пока подписывайся на мой канал, ставь лайки, что ты думаешь об этом. И, конечно же, не забывай про донат. И в следующем выпуске ты также засветишься, будешь крутым.